Вітаю, сябри! Сьогодні 2 травня. Я на пути на Ратушную площу. Але сьогодні у нас з раніці було сонячне на дворі, все було чудово. А зараз, так же як на Чорнобильському шляхі, 26 красовика, йде такий дощ, але криху теплее, я навіть без пальчатки. Но и не жарко, я бы сказала. Я вам зараз показала, что это червоненькое, але я отдельно зроблю вам ролик, что это такое. Значит, перш за все хочу сказать, что это мое видео является как бы протягом моих попередних видео, які називали спочатку «Будовля», 2 чи 3 там було, ну 2, напевно. А потім я стала вже, ну вже соромно було називати «Будовля», коли це вже була сцена. 2 попередніх ролика, вони називаються «Сцена», коли вже вона стала виглядати як сцена. Учора навіть уже була репетиція, і навіть ми вже почули пісні. Глядіть всі мої от гэтыя попередні ролики, калі ласка. І каб ви ведали, як були у темі, тому що некаторі задають питання, і одразу бачна, що не глядзелі мої попередні відео. А сёння, ось я йду за 2 години, дзе-то зараз 5 годин увечары, у 19 мусіць пачацца концерт. Я не ведаю, що там відбувається. Я планувала прийти туди гораздо раніше, але стільки справ треба зробити по дому і так далі. У мене так само можуть бути справи. Для некоторих може це здивлення. І я провозюкалася з цими справами. І ось іду тільки зараз. Не ведаю, що там відбувається. І не ведаю, змогу ли я побити на самому концерті, який почнеться, я думаю, до глибокої ночі буде. Тому що, ну, я вже не стомлюся, і вже не того я, так сказати, узросту. А я думаю, що мені було б цікаво Марилю Радович. Коли мені вдасться, я запишу Марилю Радович. Ну, а остатнє, глядіть по польському телебаченню. На гэта і весь розлік. І так, постояла криху, вам сказала, і йдемо далі. Сьогодні я підходжу до ратуші, ось прямо зі спини. О, тут у нас пероходик. Я зараз, ой, чуть під машину не трапила, подаю. Одну зауважила, а іншу не зауважила. Може, тут пропустять? Дякую. Пропустили. Значить, тут шмат машин, мікроавтобуса. Ой-ой-ой, де я пішла? Не ведаю, чи змогу я там пройти. Ми з вами зараз спробуємо просочитися. О, гляньте, ось тут такий шар надутий стоїть. Ось він надувається і прив'язаний руками, щоб не злетів. А що там написано? ТВП Вільно. Реклама. Ой, я трапила, по-моєму, за кордон. А, ну тут є ось виходи. Я вже думала, що я ж все зусім. Ага, значить, що я бачу, що це було за ратушей. Тут от буде, мабуть, ведуча, яка-то міні-сцена. Так само з прожекторами. Покуль ніяких гуків не чую, ніяких пісен. Ой, глядіть, які у нас. Ідуть супрацовники. О, це поліція якраз ідуть на
Ой, я их пропущу. Я, ну как же, вступим им. Это поляки, я думаю. Польские guards, да? Точно. А нет, графы какие-то. Графы. Ну вот, глядите, они... О, точно, они пошли туда. Они стояли. Я вечно застану что-нибудь цікавенькое. И они вот там стояли, главное. Ось это уже перед ратушей, а зад сцены. И они такие вдруг раптом передо мной пошли, пошли, пошли. Таким гуськом, чтобы что. А мы с ними идем параллельно. Я люблю просачиваться в цікавые места. А что робить? Хочу показывать своим сябрам. Вот. О! Оп-оп-оп-оп! А что тут такое? Гляньте. Гляньте. Ай-яй-яй-яй-яй. Что? Вот, это прожектора. Вот они уже во всей красе. Там так само надули этот ТВП. Ну и вот наша сцена. За 2 часа практически. Вот тут, говорит, становится. Журналисты. Я не журналистка. Я еще только учусь. Я фрилансер. И он разводит их по постам. Секьюрити эти всяких. Здесь будут журналисты. Там это, соще. Вы там им там это. Ось. Добро, что с этого боку подошла. Вот как интересно. Давайте я погляжу. Ну, сцена покуль подсвечена, как и учора, коли пела Марыля Радович у конце. Ничего покуль нового не бачу. А я ось мне цікаво, а что, только такая пляцовка будет? Ну, пляцовку расчистили, надо сказать. Поглядите, коли ласка. Ой, пляцовочка чистит. Тут, конечно, пульт. Вот он, то, что той бодигард говорил этот. Не бодигард, а просто гард. Это для красного словца сказала. А вот бело-синий. Парасольник мне так само подобается. А я хочу вам звернуть вашу увагу, який у меня парасольник. Поглядите. Ой, оно что-то отворачивается. Вот такой парасольник у меня. Вельми пригожий. И в колерах польских. Погодитесь, что это польский колер. Так? Как раз по теме. Вот так. Ну, люди, вот на тым боку я бачу, что у кафешках уже сбираются. Пойдем обойдем. Вот полиция стоит, конечно. Это справа серьезная, таки концерт. Усякое может сдариться. Тем больше у нынешней ситуации в свете и в ближайших краинах, недалеких отсюль. Ой. И опошний эпизод со школой, с одной школой на территории краины Польши, то там... Ну, давайте поглядим вот отсюль. Вот отсюль, как это. Сдаля. Задлеглась. Тут все молодцы. Расчистили. Покинули только то, что необходимо им. Там вот видно будет, что камеры должны мучить летать. И я ведала про такой прогноз на двор. Я, поважанные щебры, я просто забывала вам сказать, что 2 травня я уже ведала уже 3 дня тому, может, тыдень тому, когда глядела прогноз, что
2 травня. С раницы будет так солнечно. Ой. А после обеда написано плюс 18. И дождик показан. А лет 2 капельки у всего. Бывает 3-4, то 2. Мол, не мощный. И вечером 12 градусов. И так само такие 2 капельки. Але, видите, льет, ну, мне кажется, на 3 капельки потянет. Так не льет, но, але и не такой же мелкий моросит. Нормальный такой дождик. Я бы даже, наверное, сказала, что и не весенний, а больше осенний. Ну, вот тут я вам учора мы Марилю Радович отсюль. Вот из этой стойки, не знаю, что это за стойка, тут на ее картины, а лет тут как будто как барные. И столики, ну это, наверное, пульт какой-то приплановался. Вот, и здесь это двинули уже заборчики. Вот. Вот такая ситуация покуль. Я не чую репетиции, все, может, уже отрепетировали с раницы, альбо учора вечер, вечеры. Ну, в всяким случае, покуль будем чекать. И Казимир с нами, святый Казимир, так само.